Сегодня я расскажу вам, как можно создать шапочку для вашего YouTube-канала. Так, мы создавать ее будем в сервисе Canva, canva.com. Заходим на Canva. А вот здесь вот выбираем, ищем нужную нам, значит, что шапку для YouTube, да? Так, ага. Facebook, Instagram. Вот, оформление канала YouTube. Так, здесь вы пролистываете вот эту панельку, которая у нас идет сбоку. Вы должны ее пролистать в самый низ. В самый низ пролистываете до тех пор, пока не появятся макеты. Здесь вам предлагаются уже, ну, готовые, скажем так, варианты. Но мы будем создавать свою собственную с нуля. И я объясню, почему я выберу именно этот макет. Политика в YouTube сейчас такая, что та шапка, которую вы выберете для канала, она будет отображаться по-разному, с разных устройств, с компьютера. Вот, мы нашли макет нужный. Вам нужен вот такой макет, три горизонтальных полоски. Давайте попробуем оформить, например, канал «Лабораторная диагностика». У меня есть такой канал, я им не пользуюсь. Ну, я хочу просто вам пример показать. Давайте мы выберем какую-нибудь картинку, соответствующую, значит, лаборатории. Что же взять? Ну, вот это вроде ничего интересное. Так, ну хорошо, давайте ее и возьмем. А вы выбираете картинку, которая была бы тематична вашему каналу. Сохраним изображение, допустим, на рабочий стол. Отлично. Теперь заходим в загрузки. Загрузить собственные изображения. Угу. Находим картинку. Отлично. И вставляем ее. Я предлагаю вам вставлять с самого начала. Так вот. Раз. Растянем до конца, да? Раз. Да. А, вставляем ее сюда же, да? Да. В принципе, нормально. И сюда же вставляем вот. Ага, а вот это уже у нас, ой, упс, пардон, что я натворила, да? А вот это у нас уже не подойдет. Так, мы ее вставляем вот так, да? Правильно? Угу. Да, вот смотрите, вот три картинки вы вставили, чтобы она составляла единое целое. Работать мы будем со средней картинкой, то, как у нас будет отображаться наш YouTube-канал. Вы можете вставить сюда, например, свою фотографию, если она вам нужна. Выбираете элементы, рамки. Я бы взяла, наверное, какую-нибудь круглую рамку. Так, сейчас найдем. Ну, например, вот такую. Да? Возьмем, допустим, круглую рамку. Поставим ее, чтобы она у нас не выходила за границы. И вот здесь и вот здесь ничего важного не размещайте, потому что это все будет обрезано. Если, например, смотреть с телефона, да? Сюда можете вставить какую-то картинку свою. Какую свою картинку вставим. Ну, в принципе, не будем долго искать. Вот возьму картинку, ставлю сюда вот эту. Хотя, конечно, нет, мне не нравится.
совсем не подходит сюда. Ну-ка, вот это. Ну, давайте вот это пускай будет картинка. Можно, в принципе, так. Хорошо. Кругляшок этот фиолетовый мы уберем. Заменим его на какой-нибудь другой цвет. Более насыщенный. Синий, наверное. Вот. Так. Можете, например, добавить надпись, название канала. Выбираем опять элементы. Фигуры. Допустим, вот такой квадратик возьмем с закругленными краями. Это будет у нас названием канала. Да, вот так поставим его. Фон сделаю, не знаю, пускай вот белый. Можно его прозрачность изменить, слегка его осветлить, да. И текст. Выбираем текст. Пишем, что мы пишем. Например, лабораторная диагностика. Меняем размер шрифта, сам шрифт можем изменить. Да, так. Ага. Интервалы, высота букв. Так сделаем. Межбуквенный интервал можем растянуть. Так. Лабораторная диагностика. Мне нравится, как выглядит заглавная L, прям как P. Может быть, какой-то другой возьмем шрифт. Угу. Ну, вот такой, например, да. Лабораторная диагностика. Вот этот уголок сюда можно вставить призыв к действию. Например, подпишись. Так, возьмем какой-нибудь, что возьмем? Какую-нибудь геометрическую фигуру, наверное. А можно сделать как-нибудь покреативнее. Так, лабирка напишем. Ну, давайте попробуем. Например, поставим вот так и напишем, что опять подпишись, да? Ага. Элемент возьмем, типа облачко, да, над пробиркой. Может быть, что-то типа такого. Это просто очень простой вариант. Я вам показываю. Да. Подвинем картинку, иначе она у нас не влезет. Не влезет. Я боюсь, что она. Ага. Вот так. И надпись делаем. Поменьше. Угу. Хорошо. Делаем скачать. Скачать.
Лабораторная диагностика. Заходите на свой канал YouTube. Канал. И вот меняете здесь шапку. Нажимаете на значок. Выбираете файл на компьютере. Загружаете. Сейчас я покажу, для чего мы выбирали такой макет с тремя горизонтальными полосками. Вот смотрите, когда мы загрузим, как будет он у нас выглядеть. Вот такой вид будет иметь на персональном компьютере. Вот такой вид будет, видите, все три полоски видно, когда вы смотрите по телевизору. И вот такой вид у нас будет, чтобы вы смогли смотреть на телефоне. Я для чего подвинула поближе вот сюда, да, аватарку, чтобы она входила. Все входит в лабораторный диагностик, все видно. Выбрать. Немножко подождите. Все готово. Вот ваш шапочек. Аватарка, название канала и призыв к действию. Подпишитесь. Ну, это так на скорую руку. Желаю вам успехов. Всем спасибо, всем пока.